Мое отношение к браку детей. Сыну 20, встречает девушку 2 года, настаиваю на браке. Все родственники категорически против. Если по-человечески, конечно, если 2 года встречаются, то что ты их держишь вместе? По-человечески сказать, да? Родственники. Но здесь вот в записке не сказано. Все родственники, они все воцерковленные православные христиане. Они чем руководствуются, что они категорически против? Если мы, сын, родитель пишет, если мы любим детей и видим, что 2 года он с какой-то девочкой, значит, она ему нужна, то, наверное, нужно идти навстречу тому, чтобы они стали мужем и женой. Я очень сомневаюсь. Тут две вещи. Даже не будем вникать в это. Просто со стороны посмотрим. Если двое вместе, значит, им вместе быть надо. Если вместе их держат только что сейчас многих, просто постель, просто животный инстинкт, то тогда и подавно были браки. Пусть держат это. Пусть держат это. Это тоже, это жизнь. Ну, раз они вместе. Только лучше в браке, чем в грехе. Лучше в браке, чем в грехе.